Йоу, what up, bitch? Йоу, what's up, хлопці, добро пожаловать на новый выпуск по NBA 2K11 карьеры за игрока. Мы сейчас будем продолжать разносить кибитку просто все лиги. Но для начала у нас есть летняя лига, которая нам надо с ней разобраться, короче, с летней лигой. В прошлом выпуске нас выбрали Cleveland Cavaliers в свою команду, у нас нету никаких скиллпоинтов. Вы мне задавали вопросы по поводу, как дриблить в этой игре. Пользую L2 и левый стик, и все. А что мы сейчас делаем? Давайте... Короче, это тренировка на дриблинг. Тут надо некоторые движения выполнять. Так, мне надо сделать... Окей. Так, кросс. Кросс это просто L2 и левым стиком влево. Е. Окей, half spin это самое конченное, что может быть в этой жизни. Spin move. Nice. Fuck yeah. I'm going crazy. Так, fuck. Double cross. Nice. У меня получилось. Кому. Осталось half-spin. Half-spin это самое... Half-spin выполнил. Ball security плюс один. Fuck yeah, bro. Yeah, мы выполнили одну тренировку. Ball security плюс один. Давайте еще одну выполним на шутинг. О. Кто помнит старые тренировки в NBA 2K? Было вообще четко. Нате, средний. Fuck yeah. Тут надо, короче, больше территории себе занять, по сути. Слышь ты... Фак. Это лох. Так, сейчас мы заберем себе треху быстро. Смотри. Окей, тогда с под кольца заберем себе точечку. Еп. Пока за мной больше точек. Оуэнс, что ты хочешь, что ты делаешь, Оуэнс? Домой иди. Фак. Красава, вот. Я молодец. Ну а еще средний. Окей. Средний заходит. Окей, он забил 3, я забил 3. Фак, я не забил 3. God damn it. Мне надо 3. Come on. Та ёпта, окей, забираю все средние сейчас тогда себе. А то это не дело. Come on. I need my mid-range. Окей, 3. Бэнг-бэнг. Fuck yeah. Трёха за мной. Йоу. Шутер! Степан Карри! Домой иди. Моя точка. Нате 3. На! Все, моя точка. Все мои точки за мной, камон! Е, что мне? Shot inside один? Да ну ладно, дай мне 3, ёпта. У меня есть 800 скиллпоинтов. Да, на 3 даже не хватает. Ёпта. Окей, голый ёп. Летнюю лигу мы сыграем с такими настройками. 8 минут четверть и All-Star сложность. А потом, когда мы пойдем в NBA, будет Superstar. Идет? Я думаю, да. Я думаю, вы со мной согласны. Потому что Hall of Fame в этой игре просто трэш. Если мы сделаем игрока 99, тогда может быть. Тогда, возможно, мы сделаем на Hall of Fame выпуск. На-на-на. Бля, у меня другие наушники сели, поэтому приходится использовать AirPods. Они что-то теряют. Оу, они сделали это, йоу! Они сделали площадку новую, офигеть! Вот это офигенный мод! Fuck yeah! Сразу, средний. Come on! Я не думаю, они сделали площадку полную. Как вы знаете, что не было такой фигни в этом. А это мне напоминает 2K10 без музыки в летнюю лигу играть. Come on, домой. Подбор, не... Yeah, я же вижу братиков, кидай. Смотри, Оуэнс. Что ты делаешь? Все с тобой понятно, братан. Щит. Воу, вот это пас, нихера себе. Осман, это Джеди Осман? Мимо, подбор за мной, камон. Я Рассел Уэсбрук этого поколения. Юро! Give me that. Юро степ, let's go! Они через Джеди Османа играют, домой. Подбор за мной? Второй подбор. Let's go. Кого я вижу? Джей Хиксон? Это Джей Хиксон, правильно? Подождите. Game stats, box score. Да, Джей Хиксон. Денис Шрёдер на лавке. И у нас что-то перемешанное все сразу. Я что-то запутан. Ну ладно. Давай, смотри. Right here. Right here, бро. Ну дайте мне еще раз айсо. Гарм! Ой-ой-ой, попадать такое надо, не гони. Найс пас. Оуэнс, 3. Let's go. That's my boy. Не дай Чеди Осману что сделать. Степбэка Чеди Османа? Что он делает? Что Чеди Осман творит? Вкидывай. Оуэнс! Та мать твою налево! Или направо. What the fuck? Йо, Оуэнс в NBA не попадет. Вот сейчас уже сейчас. Грин. What the fuck, bro? Йо, Чеди Осман ощущается как Леброн. В летней лиге. Окей. Странно.
Yeah, nice. Юро. Нет, это не ро. Хопстеп, ну ничего. Хопстеп зашел, самое главное. Так, 7, 6, 5, 4. Степ. О, гарм! Гарм! Ladies and gentlemen! О-хо-хо-хо! Тип чуть не упал. Опять они играют Айсу Османа. Осман просто нас разрывает. Осман должен за нас орать вообще-то. Окей, Гарим 7. В принципе, ну, все еще реально. Окей. О, what the fuck! Тип тупо всех нахер сломал. Behind the back. Окей, меня дабл тимят. Окей, Оуэнс, 3. Пожалуйста, победи. Оуэнс, камон, ты ж мой бро. Домой, подбор за мной. Йоу, у меня подборы больше, чем очков. Оуэнс, 3. Еще раз, Оуэнс. Да мать моя женщина, это что, NBA 2K20? Найс. Найс! Тип меня поймала не до конца, камон. Вкинь, 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 вкинь. Владик на 3. Владик на 3. Владик на 3. Владик на 3. Фа! Как это не перехват, дядя? Ну чё ты на блок не пошел, алё? Капец. Не тиммейт, а трешак полнейший. Окей, меня опять не кроют. Окей, найс. Найс. Еще раз, еще один данк. Йоу, я почувствовал. Ну, мои тиммейты просто не попадают ничего. А Чеди Осман просто один на один всех разрывает. Отвечаю. Вот просто берет и один на один. Воу, вот это он шустрый. О-о-о, найс, 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 найс. Оуэнс. Не расстраивай меня, Оуэнс. Камон, пик энд ролл. Опять, в том месте, в котором я не хочу пик энд ролл. Мур. Ну кись! Ну мурбурчик! Фак. Если Кливленд будет и в лиге такой конченый. Ну чё, нас этот лысый тип спасет. Он настолько белый, настолько лысый, что он сливается с площадкой. That's what I like to see, мабы. Смотри, смотри, смотри. Ладно. Что он делает? Нихера себе! Я говорил вам, что этот белый тип будет разрывать. Домой. Подбор за мной. Let's go. Идем на трибл-дабл хотя бы. Где мой лысый тип? А, это Шрёдер? Я думал, Шрёдер типа Деннис Шрёдер. Yeah. Euro. N1. N1, come on, хорош. Майкл Би Джордан. Я не Майкл Джордан, но я рядом. Майкл Би Джордан. Может, баскет так не херячу, но зато секси бист. You ain't got shit on me, Хендерсон. Defense wins championships. Нема. Так как? У меня ж дефенс хороший. О, эй. Ставь сверху через него. Окей. Это блокинг фал был. Это end one должен быть. Йоу, All-Star тяжеловато на All-Star, если честно. Вот и раньше игры старые были тяжелые именно. Но в этом есть своя изюминка. Не то, что сейчас на Hall of Fame, блядь. Джей-Джей Хиксон. Ого, пик-н-ролл. Еее! Джей-Джей Хиксон понимает, что такое пик-н-ролл. Let's go. О, нет, только не Осман. Осман. Осман не мажет вообще просто. Yes. Euro, come on. N1. N1! Хорош! Тупо с фолом забиваю, как мастер. Fuck yeah. Минус 4. Отвечаю, я говорю, что камбэк сейчас будет. И камбэк идет. Камбэк наступает. Я мастер камбэков. Что в фифе камбэки, что тут камбэки, пацаны. Что в теннисе камбэки. В теннисе вообще у меня камбэки и вообще бывают нереальные. Роуз. Домой. Как это? Нахера, блядь, Мур это просто, блядь. Нам надо не Мур, нам надо Га в команду. Простите меня за такую тупую шутку, простите. Давай, 8 секунд. Смотри, смотри, Ларсон. Хендрик Ларсон. Да дай мяч сюда, ты Деган! Значит, Мур и Ларс, и Ларсон, да нахер с команды. Уже можно после первой игры сразу их увольнять. Или с каким это, да, надо. Нать ответку! Хе-хей! Хендерсон там пытался на меня сверху поставить, хер там. Я тебе ответочку кинул, братан. Эй! Йоу, типа просто нахер ушел. Тип ушел от меня домой вообще. Смотри. Домой. И потом фейдер ему прям со средненько такой чонький. Как Майкл Джордан свои лучшие годы так делал, отвечаю. А, не-не-не, помочь, помочь, помочь. Хорош, дефенс. Дефенс wins championships. Так говорит моя мама, и да, вы все это уже знаете. Я уже вас задрал, наверное, эту фразу. Алиуп. Джей-Джей. Джей-Джей, лови мяч. Джей-Джей, не гони. Я помню Джей-Джей Хиксона, когда он с Леброном в Кливленде играл?
тип сверху тупо херачил, что дикий. И у меня поэтому ассистов нет, потому что никто, блядь, или мяч не может следить, или какая-то еще хрень. Домой. Как это фол? Мур. Ладно. Фак. Мур? Средний? Бля, еще раз я кому-то дам мяч? Я не дам мяч. Давайте будем реалистичными уже. Я не буду. Я как Майкл Джордан в Last Dance. Я не буду мяч давать. Fuck me, man. Come on, парни. Defense wins championships. Если мы играем хороший defense, то в offense я вам передачи давать не буду, потому что вы меня достали. Come on. А, я думаю, это подбор за мной. Йо-йо-йо. Owens. Owens. На три. Let's go. Бэнг, 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 бэнг. Трёха, let's go. Минус четыре. Они меня дабл-тимят. Охереть. А ну. Ларсон, на Оуэнса. Оуэнс в этот раз не бросает. Прошел к кольцу и все равно промазал. И Джей Джей Хиггсон промазал. Ну это просто смешно. Тупо никто попасть в нас не может. Не мозит. Он не мозит, он маленький. Четыре, Хендерсон сейчас попадет. Осман. А нет, это попал. Не попал. Интересно. Камон. Я могу, в принципе, прорывы дать кому-то, но зачем оно надо людям? Ууу, найс, красиво. Красиво. Красиво, сексуально, сексапильно. Все, что связано с сексом, это было в одном только что плее. В одном хайлайте это был весь секс, который есть у меня вообще в жизни. Окей, меня заменили, сейчас мы будем гореть 25, да? Ну, как обычно это бывает. Ну, я угадал, 15. Хорош, come on. Fuck you, Rose. Fuck you, Rose. Fuck you, Rose. Rose, fuck you. Fuck you, я там. Хорош. Yeah. Дэнни Грин. Бля, Дэнни Грин. Окей, спасибо. Are you serious, bro? What the fuck? Чардж. На мне фол, фак, я был в усах. Я думал, сейчас чардж по красоте я сделаю. Что я забыл, как подбирать мяч? Оуэнс, пожалуйста. Найс. Найс. Ууу, красота. Красиво. Просто по сексу расхерячил. Окей, мы прорали минус 13. Фак. All Star, кстати, ну... Во-первых, мои тиммейты что-то, блядь, трэш какой-то. Во-вторых, типа, All Star чувствуется, что All Star. Мои соперники больше попадают. Ну и Чеди Осман какой-то херо играл против нас, и какой-то херо нас разнес нахер. Всем спасибо за сегодняшний выпуск NBA 2K11. Подписывайтесь на этот канал, если еще этого не сделали. Я вот, если ты еще не подписан на этот канал и смотришь это видео, what the fuck? Что с тобой не так, братан? Просто нажми на эту кнопку и все. Ставьте лайк этому видео. Поделитесь обязательно этим видео с бабушкой, с другом, со своей девушкой. Отвечаю, я ее не украду. Ладно, всем спасибо за просмотр. Я вижу вас в следующем выпуске. И да, подписывайся на TikTok.